И снова всем привет, дорогие зрители. Мы продолжаем играть в цивилизацию. Так, Бостон у нас все растет, растет. Даже Филадельфия, которая в пустыне умудрилась набрать еще одного жителя. Так, благовоние. Благовоние. Конечно, блядь, благовоние. Так. А, ну, кстати... Хоть я и ошибся в названии, но здесь есть слово благовоние. Так что я могу отвертеться. Так. А у меня нет ни вина, ни благовония нигде вроде. А, не, есть. Хм. Да, в задницу. Давайте-ка себе мощных ребят лучше исследуем. Мне нужны мечники. Я хочу захватить этот остров. И, в принципе, там тоже поселить поселенцев. Так, вам лечиться надо. Вам тоже. Хотя не. Не-не-не, надо было лучникам сказать, чтобы они вот сюда подошли. И ничего не сделали. Отлично. Так, ладно, хотя бы вы лечитесь, а мы вжарим по ним опять. Так, еще не потонул этот придурок. Мастерская готова. Так, почему поселенцы теперь 4 хода? Раньше было 3 вроде. Непонятно. Великая стена. О! Эффект замедления. Интересно. Но долго оно того не стоит. Нам лучше расселить побольше горожан по разным местам. Работнички. Смотрите, у нас холмы появились свободные. И здесь еще много чего появилось. Интересного. Так, а где... А, это они ферму тут делают. Я думаю, что это там шуршит. А, у меня уже есть в гарнизоне. Я думаю, что они стать не могут. Бостон увеличилось. Население Бостона. Ну, это понятно. Так, давайте-ка здесь поселенцев тоже выучим. Точнее, призовем на помощь. Опа. Что-то там дофига их. Может, еще кого-то купить? Давайте лодку построим. Может, поможет. Так, здесь можно построить, в принципе, рудник или торговый пост. Давайте торговый пост, а то я чувствую, в минуса скоро уйду. Это нехорошо. А вы идите сюда, в Атланту. Будете там сторожить. То, что еще не украли свои. Лошади, олени... Романтика. О! Суицидники приплыли. Давай, до свидания. Блин, он еще жив. Черт, корабль. Ну, держи. Еще один залп. Все, пошел ко дну. Так. А копеечки пусть идут сюда. Трирема. Где она? Она в городе. Так, она же обстрелять может спокойно, я надеюсь. Да, давай выноси. Выноси, козлов! Прям такой залп был мощный. Эй, эй, эй! Что за... Бред. Блин, надо было сначала вылезти на сушу, а потом только драться. Как-то это бредово получилось. Ну ладно.
Я все равно завоюю этот остров. Ценой жизни своих всех солдат. Так, че уже? Ох ты, значительная победа. Но мы лучше подстрахуем их и вжарим по этим козлам. Держите, Малеха. Ого, нехило. Полная победа, но это будет в следующем ходе. Так, мы здесь пока полечимся. Так, уже 225 год нашей эры. Блин, я уже сделал 125 ходов. Так. Сила Чимира. Да кто ж это неизвестный игрок? Чё он такой самый мощный? Это странно, это очень странно. Так, 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 так. Библиотека. За каждых двух жителей города. Давайте библиотеку построим. А поселенцы пойдут у меня на корм. Давайте реально их сюда засунем. Надо же земли там отвоевывать, а то он что-то уже сюда вот лезет. Скоро там войну буду с ним начинать. За земли я ему все руки подгрызу. Так, еще раз бомбанем их. На всякий пожарный. И уничтожим их. Давайте свалили отсюда. Так, 30 золотых, это хорошо. Бостон. А, мечники сделаны. Ну, раз уж мы... Так, у нас закончилось железо. Раз уж мы готовим армию, то готовим ее хорошенько. Может, пойдем на Сиам, нападем, захватим все их города. Что-то они так разрослись нехило. Будем их за это карать. Мечники. Это кто такие? Это немцы. Ну пусть пока живут. Так, вы в гарнизон. Вы вообще сюда прийти. Та-та-та. Пора всех мочить. Хотя сразу счастье начнет падать. Женева и Вена ищут великих торговцев. Опа! Офигеть! Мы их, ребят, чуть не вынесли. О, боже! Лечитесь и добивайте этих козлов. Совсем они офигели. Шли вон. Так, руины. О, 60 золота еще. Все, мы очистили этот островок. Можно его и захватить. Так, скоро поселенцы новые создадутся. А вы в гарнизон становитесь. Копейщики вы на дежурство. Рабочие. Чё-чё, дорогу. Три рема. Давай-ка ты пойдешь, поплывешь, поисследуешь, что ли, земли. Там вообще же можно поставить ее на автомате как-то. Только как? Ой. Что-то я не туда зашел. Я попал в ужасное место. Кстати, если вот они мои друзья, и я начну воевать с Сиамом, они же мне должны, по идее, помогать. А, во, давайте-ка поставим авторазведку. Нехило. Сразу обнаружили столько много врагов. Но если она поплывет дальше, то там они и помрут, мои ребятки. Так, вы пока лечитесь. Все равно я их оставлю в городе, охранять город. Так, что-то Бостон совсем не развивается. Что за ботва? О, пирамиды построились. Руины. Фига их сколько. Раз руины. Два руины. Теряю я уже
Влияние на Белград. Ну и пофиг. Филадельфия. Великую стену построить, что ли? Нет. Лучников. Будем тоже там войска готовить. Войска нужны везде и всегда. А здесь мы поселимся. Чикаго. Так, давайте-ка копеечка в гарнизон сюда поставим. А то стрёмно как-то. И будем здесь тоже лучников клепать. Не успели основать город, уже строим там войска. Так. Рабочим нефиг делать, я смотрю. Значит, проложите дорогу. Я найду, чем вам заняться. Нет. Даже не подумаю. Это то же самое, что сделать предложение раздвинуть ноги. Ноу. Так, отлично. Теперь я еще и Белграду не друг. А козлов мы находим варварских все больше и больше. Опа. Здесь местечко. Ну, там все равно зажатое какое-то место. Зачем мне столько много лучников? Ну, это пофиг. Мы где-то здесь вот поселимся. Все будут чики-пики. Так, работнички. Давайте-ка идите... Стройте сразу дорогу туда. И плантацию там построите потом. А потом еще получим доступ к железу. Будем нанимать еще мечников. О-оу. Ребят, попали мои. А что делать остается? Валить надо бы. Еще руины. Да сколько можно? Да вали подальше. А лодки они не чинятся. Так понимаю. Или чинятся. Так, а... Дорогу теперь аж сюда надо бы. В Чикаго. Чтобы поставлять войска и соединиться с столицей. Да чем тебе Бисмарк не понравился? А-а-а. Вот что вы настороженные. Ну, наконец-то хотя бы ты да. Да как вы смеете? Да как вы посмели вообще обратиться ко мне с таким предложением? У меня вообще планы по захвату Сиама. А то, что вы там живете на другом конце мира, мне пока не волнует, пока я туда не доберусь своими загребущими руками. Так. Что делать-то? Ну, авторазведка опять. Только не помрите. А хотя пофиг. Так, работники. Вот тут, в принципе, есть клетки неразработанные, две штуки. Торговые посты нужно строить. Деньги реально кончаются быстро. А почему так? На содержание юнитов. Вот такое вот говно. Сиэтл. Нужно бы потом исследовать что-то связанное с деньгами, а то мы так обанкротимся. Так, а что у нас здесь? Рыба есть. Давайте лодку строите тогда. Вы идите, становитесь в гарнизон. Здесь у нас библиотека. И Вашингтон с Нью-Йорком вырастут. Да, блин, вы так и влезете в полную задницу. Ну окей, селять и мочить их. Мне-то чё? Мне как-то пофиг. Так.
Вы стали в гарнизон ХЗ, ну ладно. Чикаго развился. Вашингтон. Обслуживание дорогое, но зато настроение повышает. Население у меня начинает падать уже от числа городов. Что значит от настроения нашего населения? Ну ладно. Нужна арена, будет вам арена. Как там, обслуживание дорогое. Что-то у меня начинаются проблемы. Деньги скоро пойдут в минус. Настроение тоже в минус скоро может пойти. А я все войска клепаю. Не знаю зачем, но клепаю. Ну ладно. Надеюсь, плантации исправят это все. О, тут алмазы. Вот что исправит все, что меня беспокоит. Нужно туда как-то поселенцев доставить и построиться там. Сколько они стоят? Твою ж мать. 440. Как так? Я не знаю. Это просто жесть. Издевательство. Все вот это бегают, спешат. Ну ничего, мы будем рыбу ловить скоро. Маяк построят. Ну так, чуть-чуть развиваемся. Сразу дорога идет. Так, вы, надеюсь, в гарнизон сразу автоматом становитесь, видимо. Странно. Ого. Чё, так сильно могу вынести их? Давайте. Нехило они их покоцали. Я думал, текать надо, а здесь... Не то, что убегать, здесь надо мочить. И мочить. А, отлично. Теперь я еще и на вену потерял влияние. И, да ладно вам, разве это выстрел? Вот это выстрел. До свидания. Черт, дружба кончается. Нет, не надо. А что строить-то? Или кого нанимать? Что-то связано с деньгами нужно делать. Ладно, давайте мастерскую. У нас здесь лучники появились. Давайте их там где-нибудь поставим в засаду. Чувствую, если я попытаюсь напасть на них, то это будет очень плохо. Без засадных орудий. Да окей. Убедили. Во, давайте-ка теперь деньги исследуем. О, монетный двор, хорошая вещь. Нужно строить в тех городах, если есть рудники такие. У меня пока таких нет. Рынок можно, это хорошо. Государственная казна, я так понимаю, чудо. А, нужны рынки во всех городах. Еще и дороже строить. Охренеть. Не знаю, это чудо или нет, но... Вот это чудо. Но нужна гора. Исследуем деньги. Маяк. Маяк готов. Так, а здесь, ну, здесь речки нету, здесь только море, везде море. Ну, мы построим амбар. Будем развивать это городишко. Так, вот обрабатываются уже некоторые клетки.
Ну а ты, приятель, дежурь. Вы тоже дежурьте. Так, у меня тут... А, это мечники. Я же их могу модернизировать. Это дорого, но... Ладно, в крайнем случае их модернизирую, если нужно будет. Пока не вижу смысла. Этих вообще еще воины бегают. Это что за бред? Тупые монголы. О, отлично. И налажен еще торговый путь. Где? А, с Чикаго. Ну да, и денежки уже небольшие появились. Здесь мы достроили торговый путь, наладили. Ого. А, здесь торговый пост уже стоит. Не, тогда пусть остается. Здесь надо построить еще один торговый пост. Или рудник. Не, лучше торговый пост. Лучники готовы. Ну, давайте их сюда куда-то запихнем. До поры до времени. И будем что-то делать. Мастерскую. Нью-Йорк один из крутых городов. Такой же, как и Вашингтон. По крутости. А здесь снег. И что я могу на снегу делать? Неужели тоже могу ферму построить? Вы кто такие? Вы чё сюда подплываете так незаметно? Фига они их долбанули. Крит, что ли, прошел? Да, можно ферму даже здесь построить. Ну да, это тема, ребят. Грабли вам в помощь. И чем там, деревянными граблями, да? Ну а вы будете... разорять мои же земли. Да нет. Я пока не настолько. Опа, что за... А, это они пролаживают. Да, путь такой. Они решили вот так, чем вот так. Как это умно. Нет, не убивайте моих ребят. Они убьют вас первыми. На, сучка. И сейчас я... Нет, я не получил уровень, поэтому не смогу их полечить. Вот это бред. Остается только этому кораблику умереть. Блин, что мои воины забыли здесь? Идите домой, идиоты. А, у них заблочили везде путь. Офигенно. Кто там такой умный расстроился? Ацтеки, что ли? А, монгол сраный. Я тебе вынес мозг. Тупой монгол. Я ж теперь не могу никуда двинуться. Кроме как куда-то сюда отправиться. Попытаюсь здесь протиснуться как-то. Не знаю как, но я попробую. Муанг, Салуанг. Ребят, ну не знаю как вас полечить. Это странно. Может... А, по-моему, я не помню. Корабли лечатся или на родной земле. Давайте их попробуем отправить, полечить. Так, здесь у нас уже лучники создались. Будем охранять наши земли. Здесь подозрительные эти монголы шарятся. Вдруг я лучше их вынесу, чем сиамов этих. Будем клепать войска. О! Так, проверим, как это работает.
принципе, здесь рыба есть. А не знаю, должна быть моя земля? По идее, должна быть, но... Пофиг. Ага, облом. Придется сюда плыть и захватывать территории там. Так, а здесь рудничок. Сиэтл, конечно, маяк строить. О, приплыл корабль. Да, можно ему здесь лечиться. На родной территории. Дома и стены греют. Ух ты. Пикинеры. Лучший хлеб, который... Деньги! Я выучил деньги. Ура. Богословие, что ли, теперь выучить? Ну, отдавайте богословие. Главное, чтобы не благовоние. Атланта. О, здесь арена. Мачу-пикчу. Конечно же, я ее и построю. 50 ходов, правда, но... Оно того стоит. Может, если мы лес вырубим, это даст нам толчок. Пинок под зад. Ну, я думаю, на этом можно закончить серию. Так что, дорогие зрители, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится прохождение. Так что ставьте лайки, комментируйте видео, подписывайтесь на канал обязательно. И до новых встреч. Всем пока.